Как говорят у нас в Италии, бонджорно, и для вас подготавливаю еще один полезный видеоролик. Будет он полезен в первую очередь всем тем, кто торгует внутри дня. И основная цель данного видео – помочь людям, трейдерам, которые следят за несколькими монетами и инструментами. Потому что на том же TradingView вы видите один график или два, а для того, чтобы следить за несколькими графиками, вам нужна как минимум платная Pro-версия, которая даже не вторая по цене. Короче, вам надо сильно переплачивать. Если вы там торгуете в приводе, вам тоже надо выставлять кучу графиков. Но нет удобного сервиса, где сразу перед глазами несколько инструментов на разных таймфреймах, и чтобы вы могли сразу следить за всеми данными инструментами. И есть один ресурс, сервис, который бесплатен и который действительно может вам помочь и упростить всю вашу боль. Называется данный сервис CryptoWatch.net, и полезен он тем, что, как вы видите, перед вашими глазами может быть до 9 различных инструментов. Вы можете сделать и 6, вы можете уменьшить, например, сделать их вот так, как вам удобно, и настроить его под себя, и все будет иметь настройки, удобные вам. Но в первую очередь сервис удобен тем, что вы можете следить сразу за несколькими графиками, и, как говорил ранее, это абсолютно бесплатно. А также смотрите, здесь, например, график битка вы можете открыть минутку, на эфире можете открыть 30 минут, там, а на XS, не знаю, 1 час. И все это очень удобно. Также и для тех людей, которые используют какие-то индикаторы, здесь вы также можете добавить там 3 индикатора на ваше усмотрение. Каждый график, как вы уже поняли, можно индивидуально настроить. Изначально на каждом графике уже стоит график объемов, можно его выключить или включить. Также каждый график полностью подается всем тем настройкам, как и на TradingView, потому что оттуда они и берутся. А также, например, вот на данный центральный график Ripple я могу добавить индикатор. Нажимаю индикатор, там пишу необходимый мне индикатор. И, пожалуйста, у вас будет нужный вам индикатор. Все это максимально индивидуально, максимально быстро работает и в целом очень удобно. Особенно у вас, если большой монитор широкоформатный, все это читабельно, удобно. И самое главное, это все бесплатно. Да, можно купить на данный сервис платную версию, нажав там вот сюда, и вы сможете добавлять там больше индикаторов. Но лично я их не использую, мне этого абсолютно хватает. И самое главное, это все напрямую с TradingView, никаких задержек, и все очень удобно. Поэтому советую вам все это протестировать и как минимум иметь в виду, что такой сервис есть, если вдруг вам в дальнейшем данная информация понадобится. Поэтому, друзья, обязательно протестируйте, уверен, что многим из вас это будет полезно. Ну а я благодарю вас за просмотр, до новых встреч и пока!